Зачем ты мамашу взял? Думал, сейчас через зверей переобуюсь. Че, зачем я взял? Переобувочку зверей хотел. А кого ты там предлагаешь взять? Колесгоса, который я два года бы раскачивал. Кого там надо было брать? Я надеялся, что дадут нормальных зверей, я быстренько в них переобуюсь, но там дали гиену и все, больше ничего не было. Две машинки, два мурука, надо апаться. Да они нормально танковали, они нормально в начале. Типа, это минус, типа, пирамиды. В начале ты нормально играешь, но потом у тебя просто не хватает этого. Не хватает демеджа у карт. Ты вылетаешь. Так, ну-ка давайте нормального героя, пожалуйста. О май гад. Ну это Элиза. Ладно, ничего страшного, бывает такое просто. Ну сегодня так много, сколько мы там, 300 ммр подняли, типа, один ВУЗ, пофигу. Дорога вообще, а Overwatch будет? Но сейчас не Overwatch, сейчас все играют в Valorant, если только если в Valorant поиграть. Ну посмотрим, если жопа сгорит, может будет, а так, в принципе, пока... Пока полет нормальный, пока что хорошо играем. Введи ограничение, чтобы в чате капсу не писали. Да, в принципе, я нормально отношусь к капсу. Ну, пусть пишут, что. Мне не мешает. Кстати, в группе ВКонтакте у нас проходит, ребят, розыгрыш. Розыгрыш на АК у нас проходит в группе ВКонтакте, ребят. Разыгрывается АК Анархи, розовенький, как вы любите. Разыграю я его завтра, в конце стрима. Да я проебал, я не спорю, я проебал. Почему я проебал? Потому что машинку, да, типа, вначале не купил. Надо было брать машинку, это 100% плюс один пробав был бы. Да, вопросов нет. Сам проебал, я не спорю. Че, мерлоки, что ли? Ну а чё, это самый сильный ход, что я мог сделать? Мог купить дракончика, но у меня тогда бы стояло 2-3, получается, и 3-4, да? А так у меня 3-4-3-4, но это мерлоки, бля. Ну, может триплет соберется. Ну а чё делать? Чё делать? Наверное, надо будет через драконов идти. Надо апаться, я это не буду брать. Это говно полное, я думаю, апаться. Можно купить мерлока, типа, одного мерлока продать, сделать ролл и посмотреть, что там дадут. Типа, делаем ролл. Продаем одного мерлока. Есть смысл оставлять карту? Но здесь всего один пробав будет. Не, я думаю, это не надо оставлять. Мэйби реально триплет сейчас придет. Идеально бы апнуть таверну за 4 маны и купить триплет этого мерлока. Пятую таверну надо бы убрать, а не машинку. За чувак, когда игра уже закончилась, блядь, естественно, советы появляются охеренные в чате. Ну, по факту, никто не знал, чем это закончится. Я мог также и хорошо выиграть. Завезло просто получше. Не угадаешь, чувак, реально не угадаешь. Серега, скинь телеграм по-братски. У меня нет телеграма, ребят. Нет телеграма, к сожалению. Конечно, в конце игры, блядь, я тоже знал, что надо было все-таки, наверное, это самое. Ну, не апаться, надо было вообще не надеяться на эти машинки, блядь, и тупо искать карты. И на шестой дроп не надеяться. Хотя, вот смотрите, а какой шестой дроп меня спасал? Мне нужно было что-то агрессивное достать. Возможно, даже мамку бесов. Но, типа, мамка бесов — это самостоятельная карта, она очень сильная. Да, и на рандоме она может вас просто затащить. По идее, так, да. Колесгос меня точно бы не спас, потому что колесгос слишком долго раскачивается, я бы еще быстрее вылетел. Со звериной мамкой ты просто на следующий год покупаешь две карты, и ты уже типа сильно, ну, сильный становишься. А с этим колесгосом пол игры бы раскачивался. Змея, да, змея норм бы зашла, кстати, змея бы идеально бы зашла. Я бы ее даже взял, скорее всего. Серега, а ты что, с гастритом шавуху ешь? Да это было пару раз, ребят, какая шавуха, в основном нет. Так, мерлоки, да, мерлоки есть. Сначала смотрим, что отсюда раскопаем. Угу, мерлоки, хорошо, хорошо, хорошо. Блин, ну придется через мерлоков идти, что, завоз через мерлоков. Ловушка, но я уже никак с нее не могу свернуть, ребят, да, это ловушка, но по-другому тут никак не сыграешь. Я ненавижу мерлоков, это просто говно из жопы, ну а что делать? Может сейчас реально триплет соберется, адаптацию быстро найдем. Может фартанет, тем более, смотрите, ну завоз-то есть, дают мерлоков с пробафами. То есть самое сложное, это что найти, это мерлоков с пробафами. На третьей таверне дали, типа, этого, два пробафа. Круто, круто. Сейчас дойдем до пятой, найдем Багурова и Вин будет. Так, ну это, по-моему, победа. Зачем тебе мэрвок? Зачем ты его купил? Специально, чтобы мне не достался. Такой ты не очень. Зачем ты мэрвока купил моего? Отдай мне. Нахуя он его просто стол руинит? Зачем он его купил? Завоз, завоз. Реально завоз, ребята. Я, наверное, одного куплю даже. Типа, продам энзитика, куплю мэрвока и сделаю лап, чтобы быстрее в пятую выйти. Два триплета, напоминаю. И очень сильные триплеты, потому что пятая таверна — это все-таки Багуров. Багуров приходит, мы уже можем расслабить булки. Это будет минимум топ. Ну, топ-4, я думаю, доползем с Багуровым. Четвертый таверны, что там падает из муроков? Блин, там на четвертый говно, типа, с ядом, да, падает. Сюда сразу, сюда! Тоже сидит, смотри, с машинкой золотую собрал, блядь. Золотую машинку собрал, блядь. Блядь, я думаю, я один такой дурак. Не, вот тоже с золотой машинкой сидит. Молодец, братан. Ну, даже мне он проигрывает, даже мурокам проигрывает. Ну, это позор, конечно. Ну, это мы фризим, да, 100%. Ебать, наваливают мэроков. Смотрите, есть смысл продавать энзитика? Или все-таки продать 6-5?
Да чё дурак-то, блин? Индитик дает 7-7 статы, понимаешь? 7-7. Тем более хпшка. Хпшка здесь крайне важна. Что дает твой, блядь, Мэрл, который 6-5? Ну, типа, у меня был 6-5, стал, типа, был бы он 6-7. Стал бы он 6-7. А здесь весь стол бафается. Конкретно в этот ход сильнее будет пробаф именно Инзитика. Конкретно в этот ход. На следующий я его, скорее всего, продам, потому что уже, типа, места нету. Но конкретно в этот ход, я думаю, будет сильнее. Да ебучая яйцо все как-то забрало. Ладно, ок. Типа, здесь копейки пролетели. Пофигу, 5 демеджа. Бля, дайте, пожалуйста, Багурова. Ну, это ап все. Это левел ап 100%. И минус... И наконец-то это минус Энзити, когда улетает. Ну, 19 он мне не снимет. Я думаю, на next ход это баг... Бля, ну 3 триплета просто. Да не, какой яд, блядь, чуваки. Яд это слишком медленно. Да слишком медленно, потому что нам нужно укреплять стол, а яд нас вообще никак не укрепляет. Вообще никак. Яд обычно на муроков покупается только с адаптацией. Никто не покупает... Не надо ставить его с одной карты. Есть исключительные случаи, когда вы там, допустим, на рыбу кидаете. Да, на рыбу ок. Ну, блядь, на мурока сейчас кидать. Мне проще Багуру достать. С Багуром хотя бы в игру. Или адаптацию найти, ну, триплет. Забейте, нет, точно, яд нет. Тут и так демеджа хватает, мы почти каждую карту трейдим один к одному. Смысл от яда. Только если на полководца закину. Кадгара. Хорошо, хорошо, блядь, ну, больно, больно. Это пиздос, как больно. Триплет. Можно было один ход подождать, на самом деле. Можно было один ход подождать, сейчас ничего не играть. Потому что, типа, я и так, скорее всего, выиграл бы, да, против жмурика. И через ход поискать под браном. Но я, блядь, что-то я тупанул, на самом деле. Триплет еще. Блядь, чуваки, не, это топ-1, я чувствую, блядь. Такие завозы, когда происходят, обычно это топ-1. Что-то здесь вообще дичь какая-то происходит. 3 триплета за 2 хода собрали. И даже адаптацию нашли. Не самую сильную, кстати, но неплохую. Мэроки растут, это очень важно. Ну хотя, в принципе, что не самый сильный? Ну, бабл, да, самый сильный здесь был бы бабл просто. Бабл с адаптацией с мегазавра, это был бы в 10 раз сильнее, чем 2-2, который мы накинули. Ну, хоть что-то, ребят. Могли вообще, блядь, по губам провести и ничего не дать. Здесь 4-я таверна, да? Давайте посмотрим, может быть, еще какие-то мэроки придут. Еще один мэрок, хорошо. Ну, я думаю, это будет врагорез. Продаем пыща, покупаем Багурова. Мекс на норм, но врагорез сильнее будет. Блин, я ставлю Багурова первым, да? Типа, в теории клифф нужен первый. Ну, блядь, мне эти 2-2, скорее всего, надо быстрее получить или нет? Не, давайте сначала 2-2 получим, потому что я боюсь, что нас вынесут. Бля, по-моему, тут даже близко нас не пробивает. Вообще даже близко нету. И этот чувак с топ-1, ребята, заметьте. Вот это сакрис топ-1. По-моему, это разъёб вообще жесткий. Штапайся. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что будем делать. Блин, конечно, хочется апнуться, нужны бабы. Если находим бабу, я очень сильно укреплюсь. Ну и дали челика с топ-1, да, на демонах. Везет сильнейшим. И галачу. Так, ну это минус клип. Бабы? Не, ну бабы, я думаю, сначала бабы, а потом уже яд. Типа, ну бля, так, 16 демеджа. Мы один хер все убиваем. Тут просто надо статы, а все-таки... Даже несмотря на то, что там он играет на демонах. В любом случае, здесь бабы гораздо сильнее заходят. Че, это вин? Нет. Еба у него стак. У меня тоже не говно, скажу. Не, по-моему, здесь вообще жесткий разъеб, не знаю. В идеале, конечно, еще мамку шлепнуть до крысы. Просто пускай, блядь. Хорошо, хорошо, все, двинь. Ну, кстати, я бы не сказал, что прям супер легко это нам далось. Мы почти ему въебали. Если бы не было бабов, это был бы въеб. На тоннику, да. Просто ну, реально сильные оппоненты. Там еще яд дают, maybe фризанем. Так, сначала поставить, да? Продать. Поставить. Адаптация. Ну, все по гайдам, ребят. Все, как говорится, по гайдам. Правильно? Яд? Или здоровье? Подождите. Ну, наверное, яд. Наверное, яд, потому что вот эти булдыги слабенькие. Типа, ладно, если здесь есть демедж, то здесь, в принципе... Ну, я, да, яд возьму. 100% яд берем. И даже не придется фризить эту карту. Ну, бля, ну, везет сильнейшим, ребят. Запомните, игру хочу. А почему мне, кстати... А, нет, подожди. Я же только что с ним дрался. Не понял. Мы только что с ним дрались же. Я он сгрустнул просто. Ну не, он прекрасно понимает, что это ус. Сейчас смотрите, какие карты достает. Даже близко непробиваемая броня.
Серёжа, привет. Привет. Меня зовут Фатислава. Я из республики на букву Ч, которую ты боишься называть. Мне нужна твоя помощь. Злой отец хочет отдать меня замуж за богатого старика. Что мне делать? Я не хочу. Блин, я не знаю, как это относиться, я не знаю, ну, вообще, ну, как бы, родители надо слушать, я не знаю, какие родители, конечно, у каждого они разные, но вообще родители слушать, не знаю, конкретно в этой ситуации я не могу тебе ничего посоветовать. О, можешь Гулю купить, первой карты поставить, что скажете? Изет сильнейшим и Галачу. Что, думаете, Таун был бы лучше? Фрисанем, не знаю, типа, ну, пусть будет. Я просто не знаю, как это сейчас все ставить мы будем, что продавать. Бедолага просто. Как он вообще собирался победить? Посмотрите на этот стол. Посмотрите, насколько он слабее. Насколько он слабее. Ну, это без шанса, блядь. Это без шанса топ-1. Я вот только не знаю, как мне сейчас это ставить карту. Рыба бедная, просто билась-билась, в итоге одну карту все-таки забрала. Окей. Как мне поставить? Что мне сделать? Я не хочу продавать Багуру, потому что Багуру, по идее... Ну сейчас ладно, я просто куплю и буду ролять. Если находим адаптацию, то я делаю эту херню. Если не находим адаптацию, я так оставляю. Покупаем, типа, и дальше ролю. Приходит адаптация, мы играем. Не приходит адаптация, оставляю такой стол, как есть. Пришла адаптация, играю, значит, минус Багуру, правильно? Трик атаки, провокация. Но здесь я отберу провокацию, не с 100 ветра мне не надо, скорее всего, правильно? Или ветер норм? Просто на 3 таунта еще, 2 таунта получу. Ветер сильная штука, да? Сделаю, чтобы было все красиво. Да тут, говорит, уже похуй все, да я понимаю, тут, блядь, что-то сделают. Даже стрелков нету. Тут бы еще стрелки, может, что-то там подделали, да бабы поснимали, но без стрелков тут вообще ноль шансов просто. 22 на 78, да? Да, почти, почти. 22 на 78, но я убил ее с одного удара. Изи! Ваншот, ну, просто ван... Ну, блин, ну здесь реально завезло, типа... Вот и смотрите, да? Пошел на муруках и не прогадал. Кстати, я на какой ход говорил, что это будет вин? На четвертый, да? Когда у меня начали сыпать пробафы, я сразу сказал, что это вин. Я сразу сказал, что это... Какой топ-1 чат, вы меня пол игры хуесосили, что я на муруках играю.